Мы вышли на улицу и идем вперед. Немножко изранены. Хотя море вообще все, я смотрю по барабану. Кстати, надо будет попробовать посмотреть, чтобы ее били, били, били. Мы ее не спасали, она умрет или нет. Who are you? I want answers. I am the overseer. Fear requires an audience and a conductor. Overseer? You must go to the Vasik, where life begins. What do you want from us? Nice. Real nice. Какая-то надсмотрщица тут за нами следит. Интересно, через что? Через камеру в задницу орла какого-нибудь? Так, как тут природа сделана? Ну, травка вроде что-то. Так, где Мойра? А, вот она. Что-то как-то она бегает так за мной. По патронам, конечно... Не густо, не густо. Там что-то есть, нет? Ну, здоровье, дайте подвину. Ладно, за Мойру давайте побегаем. Она тоже может бутылки кидать. Что-то просто прямо пробежали и все. Никаких врагов, ничего. Что там? A radio tower. Maybe we can send an SOS. SOS. А где карта? Что с картой? А, ну да, можно. Сейчас мы SOS такой запустим, что будет полный отсос. Ну конечно, спасибо. Надо это. Погнали, Крымса. Окей. А детали, кстати, нет, это не тоже. Я думал, они отдельно и не отображаются. Что тут надо будет падать, что-нибудь такое? See, you can do it. I got you. Да. Жирная корова. Все доски проломил. Какая добрая дочка. Ее, видимо, мало шлепали. А может, наоборот, слишком много. Заходим, проверяем. Что там у нас? Скорострельность, быстрая. То быстрое заряжание, теперь зарядка быстро. Вот это на дробуш нужен. Что-то, что там всего два патрона. Чем выше уровень, тем она... Нельзя... Неужели нельзя было этими
цифрами какие-нибудь обозначить, насколько быстрее. Просто по уровню примерно определяетесь и все. Что-то местами Resident Evil 4 напоминает эти здания. Когда мы на вагонетках ездили. О, 6. Поговорим. Пип-пип-пип-пип-пип. Да, прям знать, что щелкает. No, it's dead. You stay here. I'm gonna go check it out. Ну, чекни, чекни. Ой, я уж думал, самим придется лезть. Нет, слава богу, видео. Ужас. Вообще-то на такие длинных лисы должно быть это, типа защитных... Ну, не кожух, а как она хранит. My name is Moira Burton. My co-workers and I were taken here against our will. I don't know where. We have these fucked up bracelets, and this crazy woman is talking to us. Some kind of monsters have killed the others. Please, send help. Please. Хоть скажи, где ты находишься? Хотя я откуда не знаю. Вау, вот это какая... какой закат или что там, рассвет наоборот. Да нам срать, кто ты. Че там, атомная бомба? Да ладно, закончился первый эпизод, а я... Да. Чуть-чуть я не дошел до этого места, мог... В принципе, в конце и прошлой части. Ну, откуда же мне было знать? Концептуальный рисунок номер один. Ну, ладно. 1000 бонусных очков. Нафиг. Точно 75. Повторных выток 2. Время прохождения 1:24. Педали. Ну-ка, за что этот пуч? Найдено сокровище. 3 бронзы. Открытая армейская. 3 бронзы используют. С кнутом чего? Ну ладно, чуть-чуть поиграем следующую главу, раз уж. Так, чё настройка навыков? Чё за навыки? А вот эти очки навыков. Учение огневой силы, вспомогательное оружие. Сокращается время использования зеленой травы. О, это уже мне напоминает этот самый Evil Within, где мы тоже на очки навыков там тратили. То есть время 100%, то есть на 10%. Усиление огневой мощи при приседании. Усиление огневой мощи при первом выстреле. Бред какой-то. Усиление сил атаки монтировкой. Кирпичу. Ну давайте вот.
травку. О, у меня ужас, сколько у меня очков. До второго уровня прокачаем. Ну, давайте это урончик. Ну и все, пока что не будем сильно на навыки эти напирать. Все-таки в Resident Evil такого вроде как не было. Поэтому я особо этим постараюсь не пользоваться. А в это время... Ла-ла-ла-ла-ла! На рыбацкой лодке. Да, и этот как раз-то слушал он радио и все услышал. Берри, старый Берри. Или он в записи уже слушает. Ему кто-то передал. Как же мы тебя давно не видели, Берри. Кстати, совсем-то недалеко ему плыть. Блин, этот курсор, куда-то его надо. Ты кто, блин? Загрузка, выгрузка. Слишком много загрузок. Now you stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? Все так просто. Она тут не замерзнет, тут ветрище такое в какой-то... Не, ну в принципе я согласен. Ты останешься у лодки. Сюда куда кто угодно может прийти. Так, Берри, что ты имеешь? Ух ты, он свой магнум имеет. Круто. И автоматик. Переключаться не можем. Девочка, ты прозрачная какая-то. Radio tower. That's gotta be it. What are you doing all along? Where are your parents? I don't have any parents. Ты чё, почкованием родилась? She got you just like she got my baby. Так. Зашибись, кто-то сломал лесенку. Что будем делать? Идти в обход, конечно. Кто-то нам тут патроны оставил. Здесь пройдем? Нет, слишком сыро. You're not scared of me? No. You're all right. Ну, что-то я бы не сказал, глядя на Барри, что ему можно верить сразу-то. Watch out! Ой, паучки. В атаку! Fight, fight, fight.
Ну. Watch out. Так, дальше куда? Сюда, что ли? Бы хоть руку ей подавал. Как она вообще забирается? So what's your name, sweetie? Наталья. О, Натаха, здорово. What a pretty name. My name's Barry. Barry? That's right, don't wear it out. I won't. Ну, Барри один совсем справляется, окей. Зачем нам фонарь? Здесь он влияет на этих шлюпков. Зарежь! А ну-ка еще отсюда. Ух, нифига она там перемещается. Сдохни. Хоть немножко надо бы пострелять. Так. Что-то камера как-то все равно. Ой-ой-ой! Так, куда идти-то? Туда или туда? Что-то всю дорогу разбегается. Рюкзак не выдерживает. Стоять? Что это? Да, эмблема вышки. Поэтому типа надо все изучать. Я обычно за этим не гоняюсь. За всякими штуками. Да давайте уже врагов-то посерьезнее. Хватит мне таракашек всяких. Что тут? Хоть что-нибудь дали бы. Looks like this is the only way through. Прям сквозь здание, окей. Я вроде не имею сверхспособных сил, чтобы просто пройти через здание. Кстати, я немного не ожидал, что будет Барри так скоро. Я думал, первую большую часть мы будем за Клэр проходить, хотя в первом же Revelations у нас же тоже по окончании глав менялись персонажи. Это была фишка Revelations, поэтому здесь так же. Но этот один может. Ух ты, все ж почернело. Так, ну и мы зашли внутрь. Ладно, давайте это оставим на потом. Эти приключения внутри. Познакомились мы с новыми персонажами. Ну, с одним старым добрым знакомым Барри и новая Наталья. Какая-то непонятная девочка. Что будет дальше, увидим в следующей части. На этом пока что все.